переведут в пятый класс? А мы вот сейчас посмотрим. Мы им экзамен устроим. Как называется универсальный школьный предмет, который кроме прямого назначения может заменить зонтик, подушку, мяч и много чего другого? Откуда они знают? Я не знаю. Самое любимое слово ученика. Как называется распорядитель школьной жизни, которому подчиняется сам директор? Завхоз, наверное. Звонок. Ах, в руки ты ее не возьмешь, но чем меньше принесешь в школу, тем больше останется дома. Бывает вкусная, бывает составная, бывает непосильная для всей семьи. Бывают устные, бывают письменные. Если их не выполнят, то можно получить двойку. А родители их иногда проверяют. Да. Бывает толстый, бывает тонкий. Бывает детский, научный и электронный. Его очень любит носить учитель. Правильно. Ух ты. Ребята, переведем родителей. Само некоторых. Молодцы наши мамы, папы и бабушки. Они достойно справились с нашими заданиями и переходят в пятый класс. Итак, в эфире специальный выпуск «Битва экстрасенсов». Вас ждет потомственная гадалка. Она расскажет о будущем. Встречайте!